Здравствуйте, меня зовут Уган Рахманинов. Я живу в Владикавказе. Учусь в колледже имени Гергиева. Вокальное отделение, академический вокал. Вокалом я занимаюсь не так давно, более серьезно, 3 года. Начал со школы в 10 классе, со школьного хора. На сцене выступал, но не на очень серьезных. Так, студвесна, какие-то концерты выездные по республике. Случай, который я запомнил, это в колледже, когда приехал маэстро Гергиев, его появление вдохновило, как и многих, и меня. Я более близко его вживую видел, не на картинке, и концерт послушал его, это как бы такой толчок послужил для моего развития. Ни на кого не считаю себя похожим, но кумир мой Лучано Паваротти, считаю его лучшим певцом нынешнего времени. А так было очень много достойных и выдающихся певцов, как Франко Карелли, Марио Дель Монако, Альфредо Кокоцци и многие другие. Сегодня исполню «Парла ми д'аморе», такая неаполитанская песня. Русская она звучит, что-то опустила глаза. Я участвую в проекте X Remix на канале Медиа 15. Perché sospirare